что рассказ Дениса ничего изменить нельзя. И взрослые тоже, пожалуйста, послушайте. Особенно слушают взрослые внимательно. Очень внимательно слушают взрослые. Рассказ на самом деле для взрослых. Я давно уже заметил, что взрослые задают маленьким очень глупые вопросы. Они как будто сговорились. Получается так, словно они все выучили одинаковые вопросы и задают их всем ребятам подряд. Я так к этому делу привык, что наперед знаю, как все произойдет. Если я познакомлюсь с каким-нибудь взрослым, это будет так. Вот раздастся звонок, мама откроет дверь, кто-то будет долго гудеть, что-то непонятное, потом в комнату войдет новый взрослый. Он будет потирать руки, потом уши, потом очки. Потом, когда он их наденет, то увидит меня. И хотя он давным-давно знает, что я живу на этом свете, и прекрасно знает, как меня зовут, он все-таки схватит меня за плечи, сожмет их довольно-таки больно, притянет меня к себе и скажет: «Ну, Денис, как тебя зовут?» Конечно, если бы я был невежливый человек, я бы ему сказал: «Сами знаете, ведь вы только сейчас назвали меня по имени. Зачем же вы несете несуразицу?» Но я вежливый, поэтому я притворюсь, что я не расслышал ничего такого, и просто криво улыбнусь, и, отведя в сторону глаза, отвечу: «Денисом». Он сходу спросит дальше: «А сколько тебе лет?» Как будто не видит, что мне не 30 и даже не 40. Ведь видит же, какого я роста. И значит, должен понять, что мне самое большее 8 лет. Ну, от силы 8. Зачем же тогда спрашивать? Но у него свои взрослые взгляды и привычки. И он продолжает приставать: «А, сколько же тебе лет, а?» Я ему скажу: 7,5. Тут он расширит глаза и схватит себя за голову, как будто я сообщил, что мне вчера стукнуло 161. Он прямо застонет, и словно у него три зуба болят. «Ой-ой-ой-ой, 7,5? Ой-ой-ой!» Но чтобы я не заплакал от жалости к нему и понял, что это шутка, он перестанет стонать. Он двумя пальцами довольно-таки больно ткнет меня в живот и бодро воскликнет: «Скоро в армию, а?» А потом вернется к началу игры и скажет папе с мамой, покачивая головой: «Что делается, а? Что делается? 7,5 уже!» И, обернувшись ко мне, добавит: «А я тебя вот такусеньким знал!» И он отмерит в воздухе 20 сантиметров. А я-то в то же время знаю, когда точно, что мне 51 сантиметр в длину. У мамы даже такой документ есть, официальный. Ну, на этого взрослого я не обижаюсь. Все они такие. Вот и сейчас я твердо знаю, что ему положено задуматься. И он задумается. Железно. Он повесит голову на грудь, словно заснул. А тут я тихонько начинаю вырываться из его рук. Но не тут-то было. Просто взрослый вспомнит, какие у него там еще вопросы завалялись в кармане. И он их вспомнит и, наконец, радостно улыбаясь, спросит: «Ах да, а кем ты будешь, а? Кем ты хочешь быть?» «Я-то, честно говоря, хочу заняться спелеологией. Но я понимаю, что новому взрослому это будет скучно, непонятно. Это ему будет непривычно, и чтобы не сбивать его с толку, я ему отвечу: я хочу быть мороженщиком. У него всегда мороженого сколько хочешь». Лицо нового взрослого сразу посветлеет, все в порядке, все идет так, как ему хотелось, без отклонения от нормы, поэтому он хлопнет меня по спине довольно-таки больно и снисходительно скажет: «Правильно, так держать, молодец!»
И тут я по своей наивности думаю, что это уже все, конец. И начну немного посмелее отодвигаться от него. Потому что мне некогда, у меня же еще уроки неприготовленные. Вообще тысяча дел. Но он заметит эту мою попытку освободиться и подавит ее в корни. Он зажмет меня ногами, закоптит руками. То есть, попросту говоря, он применит физическую силу. И когда я устану и перестану трепыхаться, он задаст мне главный вопрос. «А скажи-ка, друг ты мой», — скажет он, и коварство, как змея, проползет в его голосе. «Скажи-ка, кого ты больше любишь, папу или маму?» Бестактный вопрос, тем более, что задан он в присутствии обоих родителей. Придется ловчить. «Михаила Таля», — скажу я. Он захохочет. Его почему-то веселят такие кретинские ответы. Он повторит раз 100. «Михаила Таля! Каково, а? Ну, что вы скажете на это, счастливые родители?» И будет смеяться еще полчаса. И папа, и мама будут смеяться. И мне будет стыдно за них и за себя. И я дам себе клятву, что потом, когда кончится этот ужас, я как-нибудь незаметно для папы поцелую маму, незаметно для мамы поцелую папу, потому что я люблю их одинаково, обоих одинаково. Клянусь своей белой мышкой. Ведь это так просто, но взрослых это почему-то не удовлетворяет. Несколько раз я пробовал честно и точно ответить на этот вопрос, и всегда я видел, что взрослые недовольны ответом, у них наступало какое-то разочарование, что ли. У всех у них в глазах как будто бывает написана одна и та же мысль, приблизительно такая. У-у-у, какой банальный ответ. Он любит папу и маму одинаково. Какой скучный мальчик. Ох, и трудненько достается мне эти новые знакомства, но что поделать? Все дети проходят через это. Не я первый, не я последний. Тут ничего поделать нельзя.